Итак, всем привет, я стал. Сегодня поиграем в игру Hero Siege. Или Siege. Siege. Hero Siege. Как-нибудь так. Очень много персонажей. Я купил там стандартненькую версию. Там сколько она стоит? 250. Нет, не 250. Я не помню. Сколько она стоила? Он скоро выйдет. Сколько она стоила? Рублей 200. 150, я не помню. Так, сейчас найти предметы лучшего качества, внутренний огонь, лед вокруг, чё? А, растапливает дропу, угу, на него меньше, чем у других. Всякие, сейчас надо выбрать перса заодно, я хотел сказать, но меня заняло мысли то, что я... За сколько я покупал? Ну ладно, получает эффект от зелий, всякий хороший напиток, некромант, некромант способен поднимать папушек товарищей. А, да, игра еще, как вы видели, в менюшечке можно... Можно что там? Можно играть по сети. Кочевник быстрее, чем других. Другие викинги способны викингов черепнуть урон от ударных волн максимально. Хочу некромант, то, наверное, будет полегче, с ним полегче будет. Так, русский здесь нету, не включается, сейчас создадим, и можно будет начинать играть. Магазин, еще я не... Ты что-то говорил? Так, ходить на клавиатуру, ВСД. Так, на F подбирать, ладно. Вы можете атаковать с помощью мыши, клавиши со стрел... то есть вот даже так. То есть я натыкаю, куда мне нужно, чтобы попасть в него. Хорошо. Вот так даже, ладно. Так, из них ничего не выпадает тогда. Так, может, кстати, я, скорее всего, сейчас прибавлю. Можно сейчас я на настройки зайду, побрюкаю? Они там живые, кстати. Аудио я вам немножко прибавлю, общую громкость я сюда поставлю, наверное, музыку я убавлю, она мне не особо там заходит, вот так вот. Реликвии здесь какие-то есть, да. Это хилки, да? Хотя, кстати, я тут заметил, во всех, ну, в большей части игр, все эти, все ХП красные, ну, в большей части. В основном. А в этой что-то почему-то они какие-то желтенькие, что ли. Ой, мисклики, ох, мисклики. Ой, мисклики. Так. Там босс какой-то. Не подходи. Кстати, как-то очень много XP дают. 400 XP. А, что? Я уже качаться могу или что? А у меня одно очко навыков, ладненько, что-то. Для таких шансов разорвать свою ядовитую... Разорвать свою ядовитую кровь, отправляя их... А есть призыватель, нет? Ядовитая колючка, вылетает ядовитый шип... Ядовитая жидкость, отправляя врагов на пути, жидкость снижает сопротивление, нет противника. Руки поднимают поверх смерти миньонов, и его миньонов, чтобы замедлительно... Так, армия нежит. Вот это. Единичка, да? Единичка. Нет, не работает. Какой иммунитет? Вы чё? Что? Почему у него был иммунитет? Что? Разыскивается капитан костяных мельчей, мертвый или убийца, помешник, ладно. А, мертвым... Так, ну, теперь у меня есть своя армия, мне будет намного легче. Ну, скорость атаки у них оставляет желать лучшего, если честно. О, что-то попало. Так, на F подбирать. Так, слизь, со слизью вы там сами справитесь, как инвентарь открыть? Steam инвентарь, что? Кого? А инвентарь тут есть? ТС? А, понял. А, он автоматически все надевается, ладно. Так, это 8 маны, сколько, кстати, я могу максимум использовать тап? Нет, тап это карта, кстати, карта маленькая.
Shift. Так, ТС, ТС. АТ. Подожди, АТ. Подожди, где Т? Вот Т. А, вот Т прокачка, ладно. Так. Так. Сколько максимум? Новых монстров. Добавляет новых. Но новых это в каком смысле? Новых именно прям новых-новых? Или нет? Кстати, а как мне к ним пройти? У меня радиуса атаки не хватает. Я где-нибудь здесь могу перейти, нет? Что? Или мне сейчас обходить сейчас? Нет, подожди. Я здесь просто обрыв. Не понял. Что-то сейчас я не... А, здесь еще можно на... Как... А, ну я понял. Нет, на ВСД лучше. Чё? Кого-то убить надо? Капитан. Боссворд. Мне нужно Боссворда найти. Откройте С. Не, мне это не надо. Подожди, или у меня здесь что-нибудь на огне? Какой Боссворд? Где он? Я убил его или нет? Может, теперь прыгнуть через... Супер просто. А они не могут, да? Ладно. Подожди, мне дается XP много или мало? Потому что сейчас здесь нужно 235. А дается за них, сейчас скажу. Давай ты уже. Избегай. За них дается 1000 XP, что? Или там 4 XP, это так помалу. А, не так уж. Так, все, больше трех пока не делаем. Ой, как же хорошо. Хотя они, наверное, будут сейчас быстро умирать, нет? Нет, они, кстати, живучие достаточно для этого уровня, ладно. Ну, еще кто-то. Так, ну это слабенький здесь. Здесь даже не смешно. Ой, как же вас долго бить. О, второй уровень. Так, Т. Нет, пока я не буду вас скачать, мне это не особо сейчас нужно. Так, урон я от яда, следующий... Что? Урон от яда... Кого? Ну ладно. Так, давайте-ка тогда качнем просто что-нибудь вот это токсичное. А это что, взрыв яда при атаке? Попробуем вот это качнуть. Так, подожди, это... А, это пассивно? Если это пассивно, я рад. А, да, это пассивка. А, нет, подожди. Там что-то сейчас полетело. Ну да, скорее всего, пассивка. А, портал. Нет, хочу туда. Там лишние монстры, они пригодятся. Я думаю, ой, что-то еще выпало, я не собрал. Здесь тоже, да? О, сейчас бы пропустил. Ой, они тут... О, кстати. А, да, это пассивная. Маны не требует. А, это мои. Маны не требует. Что это? Что я сейчас подобрал? Волшебная вилка, чё? Так, инвентарь на эсушку. Волшебная вилка... Чё? Алло? Кого? А, вот. Энергия защита. Так, я его одену сейчас. А, то есть... А, две руки, то есть... Чего? Ну по урону все меньше здесь у всех. Ладно. Так, ты ничего нету, ничего нету, ничего нету, ничего. Здесь у нас пусто вообще. О, сундук. Че? Обязательно. Так, все здесь все. Локация зачищена. Это хорошо. Блин, волшебная вилка даже меняется атака. Так, то есть значит какой-то процентной вероятностью мне вы. И где мне отдать? Подожди. Портал же вот. Зайди в него. Нет. Подожди, чё? Так, я туплю на первую же локацию. Что за затупление? Чё происходит? Я делаю все правильно или нет?
Так, подожди. Чего? Такого... Ну... Так, подожди. Так, перейдем обратно. Подожди, как мне? Нет. Разыскивается убийца по мэрию. И... Оба. Можно установить, пожалуйста? Вы ничего не видели, все было хорошо. А, стой, что? О, мне так не интересно, знаете ли. Какая блокировка, ты чё? Так, тогда сразу по-бырому мы с ним расправляемся. Если это все заново так начинается, мне интересно, как туда попасть. Тогда с ними по-бырому расправляемся и сваливаем отсюда. ХП мне не тратится. Так, вот он. Босс, который сейчас умрет. Все. Так, больше ничего не выпадает. Идем дальше. Так, эти не переспавнились случаем. Как их? Какие 400 убийств? Я первый раз зашел. Ботинки нашел. То есть я сейчас могу по много раз поумирать и все найти, да? Так, ну шлем у меня уже был. Так, мне сейчас просто выйти нужно. Алмазы. Ладно. Да блин. Каждая вторая атака примерно. Ну, а на F надо было нажать. Так, вот река. А мне кому нужно? Ну, вопросительный знак. Ладно. Мэр города. Завершить задание. Все. Четвертое. Сразу два уровня. Ладно. Так, ну сейчас все пассивки качнем. Все пассивные, все не пассивные. Что-то. Нет, у меня 1-2 вообще мало. 9 ману, ладно. Так. Восклицательный знак. Ладно, давайте по заданиям. Так, ну у них по 42 урона, это мне как бы это хорошо. Мне это нравится. Так, взять задание. Я забыл добыть что? Медная руда. Где ее добывать? Самое важное, где добывать эту медную руду? О. О. Деревья. А, достаточно, кстати, большая карта. Мне это нравится. Так. Что это? Извлекайте кофейные зерна из атака зоны путевая точка. Подожди, мне еще задание. Сейчас возьмем все задания, чтобы было легче. Познакомьтесь с горожанами. Ой, поговорить с доктором. С тобой нужно говорить? С тобой не нужно говорить. С тобой нужно говорить. А, есть. А, то есть они на английском, ладно. Второй есть. Третий есть. Четвертый сейчас пойдем. Четвертый есть. Сейчас с тобой поговорим. Ты не хочешь со мной разговаривать, да? Ты со мной не хочешь. Он со мной не хочет разговаривать, ладно. Так. Следующий. Так, со всеми поговорить. Ладно, пойдем еще раз задание спросим. А, ладно. И еще кто? Последний кто? Ты? Доктор. Доктор. А, вон он, доктор. Все, квест завершен. Все, я у тебя больше заданий брать не буду. Колечко. Ну, ладно. Так, тайник. Мне ничего не нужно. Погнали. Нам сюда.
как переместиться? Ладно, так. И ну нет. Чего? Давай сюда. Нет, не хочешь? Ладно. Медную руду, еще задание. А, ладно. Куда? А, открылись ворота. Хорошо, спасибо. Спасибо. Теперь могу дальше. Собрать части тела. Зачем вам части тела люди добрые? Так, что следующее? Что это, наемник-то? Что? Кого? Не, мне нафиг наемки не нужны. Так, все, погнали. Могу? Нет, не могу. То есть ее даже изучать нужно. Ладно, это немножко похоже на Диабло, честно. На Диабло немного похоже, смахивает даже очень сильно. Что это? Это что за лазер? Это не мой. Я думаю, это не мой. Меня сейчас могут ударить этим лазером. Мне кажется, это от каждого босса. Ну да, здесь от каждого этого. Каждого моба у меня. Так, подожди, я могу добавить? А, да, вот четвертый. А, части тела, ладно. Части тела. Вот это череп, что часть тела, да. Что-то. Что это? По-доброму вот что-то волшебное. Сколько частей тела? 15 еще нужно. За мной еще руки какие-то вылазят. Ладно. Так, второй. Чего? Я не... Кстати, я второй скилл еще не прожил. А, хорошо. Поле битвы. Какое поле битвы? Не понял. Давайте сходим. Поле битвы. А. Один квест завершен. Здесь просто мужик стоит и все. Что? Нет, части тела мне уже больше не нужны, да? Ключ, какой-то ключ мне нужно найти. Огненный, который умирает за считанные секунды. Они все умирают за считанные секунды. Почему? Надо будет сейчас в инвентарь, кстати, зайти. Чего они такие слабые все? Уровень уже повысился. Так, где скилл? Вот это будет. Я в пинстве, ладно. О, что-то новенькое. Кого? Ведро мне еще показалось или нет? Нет, броня. Это было похоже на ведро. Камушки какие-то. Так, ну, атака я не хочу. Что это? Что это? Боевая склянка. Я хочу надеть ее. Нельзя? Ну ладно. Нет, она не хочет, ладно. Так, у меня здесь ничего нету. У меня, кстати, место в инвентаре 100. А, ну 100, ладно. Подожди, где-то кольцо сейчас увидел, нет? Кольцо. А, нет, не кольцо. Эликсир здоровья, фляжка маны. Не, фляж, мне сейчас мана не особо так нужна. Хотя, может потом пригодится. Хотя маны 103, так, это что? А, я все исследовал? Нет, не все. Как не слезть, все. Так, стой. Как мне пройти туда? Тыкву. Ч
Что-то тыквенное поле. Тыквенные поля, что? Просто сейчас части тела пособираем. Почему бы и нет? Просто мобу уничтожить. Я могу тебя сломать? Нет, не могу. Зато я вижу... Дротик. Волшебная палочка. Чё? Ау. Вроде 30 хп снеслось, что-то, но не снеслось. Пока легкая. Может там подальше когда будет. Хотя сложность у меня обычная, скорее всего, из-за этого. Это из-за того, что сложность, наверное, такая легенькая. Какая там нормальная была. Все из-за сложности. Так. Так, вы куда-то бежите? Не знаю, где мобы, нет? Прям один щемит, прям знает, как будто куда идти. Это не мои руки, да? О. И ладно. Сейчас по краешку пройдем. А, я как раз по краю ничего не обследовал. Ладно. И все. Вся карта. Да, все. Можно обратно, значит, возвращаться. Тыквенные поля мне не особо нужны сейчас. Так, какой-то... Я ключ не нашел. Хотя, давай-ка, подожди. Ключ, 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 ключ. Нет, 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 сори. Что-то говорит, говорит, говорит. Так, ну одно мы завершили. Сейчас пока мы все не завершим. Что ты? Спасибо. А, все на одну минуту скорость. Ладно. Ну, скорость атаки хороша. Хороша скорость атаки. Так, куда я? Я просто сейчас напрямик. Не сюда. Оба. Спасибо. Хотя бы на одну минуту. Это все на одну минуту, ну блин. Минус опыт, это неприятно сейчас. В чем не дал? Минус опыт просто, да? То есть я эту карту тоже прошел. То есть мне сейчас только в одно место. А нет, стоп. Направо можно сейчас бегать. Так, тут монетки выпадают. О, золото, сундук. Сильно. Слабо. Так, ничего там не упало. Ладно, карт немного побольше, чем я думал. Чем казалось на первый взгляд. Нет. Так, я могу зайти? Я могу? Да. Да. Я могу в здание зайти? Если да, то это хорошо. Если нет, то это плохо. Ну, блин, не могу. То есть мне сейчас только в одно место? Сейчас, стоп, где я сейчас? Ага, еще одно место не изучено. Это где-то вот... Все изучено. Осталось только добить, да? Да, блин, не пугайте. Что ж такое? Меня что-то стрельнуло? Нет? Что это? А, по мне урон. Ладно. Кожаный ремень. Еще кожаный ремень, да? Да. Ладно, шанс намного меньше. Ну ладно, тогда нам только в портал. А, здесь второй портал. Подожди. Что это за портал? Там еще один портал. А, подожди, я еще снизу не особо не все изучил. А вот. Сильно.
Не подходите вы ко мне. Так, это тут. Так, подожди, я могу здесь вставать? А, что? Ну, может, пока качнуться. Так. На каком уровне ты даешь? На 12. А, еще кому-то. А, то есть вот так. Стоп, что? Ага. Ух ты. Ладно, едем дальше. Так, ну все, активировал. Едем дальше. Так, что я бы. А, сильно. Очень много урона. Меч. Алто меч. Подожди. И он дался как именно оружие? Нет, нет. Так, ну ничего, кроме. Нет, сейчас ничего повыше урона во всем нету. По всем характеристикам мой выигрывает пока, который на мне одетый. Вилка. То есть я вышел с той там же. Так, сейчас. Какой ключ? Я ничего не делаю, у меня уже. Так, сколько у меня уже этих-то частей тела? Как мне весь инвентарь посмотреть? Интересно, сколько там в тайнике? Магический клинок. Сейчас, подожди, мне интересно, как магический клинок себя поведет. Давай-ка наденем тебя. А, вот он еще. Где вот ты? Вот здесь еще какие-то 6 отверстий. Я не знаю для чего. Но они для чего-то нужны. Так, ключ я никакой не находил. О. Урона много вношу, убиваю. Что это? Крысиное логово. Все. Так, меня урон будет наносить? Нет? Ну ладно. Что за крысину? А, вход. Пардон, да? А, ну. Ладно. Пещерка. Ну, тут стандарт. Ломаться долго будет. Ух, тут кто-то кричит. Просто зажал кнопку, я ничего больше не делаю, просто зажал кнопку и почему-то... Так, какой у меня там лав? Подожди, еще одна. Подожди. Да, могу еще... Нет, нет, подожди, нет, не могу. Сколько их у меня тут? Раз, два, три, четыре. Ладно, четыре максимум. А, руки вот так вот, рандомно вылазят. Так, не могу больше. Просто сейчас залим. Так, у меня опять ключа нету. Да? Нет. Помню. Че? Отрицается что? Боевой шлем. Так, давай-ка оденемся. Потом что-то повыпадал. Боевой шлем. Где его? А, блин, оно не перестраивается самостоятельно. Ладно, броня мне понадобится, так что. Стой! Поножи никаких нету ботинков. Ничего не найдено, ничего не добавляется. Вот это. Блин. Какой? Подлый талисман. Что ты делаешь? Вот это минус 2 или плюс 2? Потому что здесь написано плюс, здесь минус. И это через тир... А зачем через тир? Качество... А, там что, качество оружия?
Подожди, стой. Что? Какое качество? Подожди. Качество. Скорость атаки. Подожди. Сейчас 74%. Так что бы было, если бы я этого не заметил? Подожди, 44%. Ой, там 74%, сейчас запомню. Если она будет снижаться. Сейчас постреляю, закончу эту. Так, вот 8-й левел. Сейчас закончу драться. Ему и надо будет посмотреть. Так, все, так. Лук. Магический, да? Блин, главное, просто длинный. Так, теперь. 74 было? 74 пока и осталось. Если оно будет уменьшаться, это прям обидно. Так, что это? Так, у меня опять что-то выпало. Хочу посмотреть, что за длинный лук. Он будет вообще использовать у меня? А, я не могу его одеть. Ладно, понял. Я только магическое все могу одеть. Так, ладно, давайте сейчас выйдем из пещеры, и я на этом закончу. Да и можно вообще, в принципе, в пещере закончить. Подожди, нет, стоп. Так, я не прошел немножко дальше. Тогда прямо в пещере закончу. Или нет? Посмотрим. Так, подожди, это опять перемонтирование. Стой, не то. Нет. Так, что это, молот, да? Так, там талисманчик какой. А, все, я вернулся с самого начала. Ну, тогда можно выходить, в принципе. Или там было продолжение? А, там не было никакого продолжения, все. На этом заканчиваем. И, может быть, кристаллический ключ. Может быть, прям очень малая вероятность, но я поиграю еще. Ладно. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей игрушки и всем пока.